Что за херня раздельный счет? Какой идиот это придумал? Если ты делишь с девушкой счет, потому что тебе нужно накопить на трусы, то тебе не нужна девушка. Тебе нужна нормальная работа, братан. Вот посмотрите, я за них плачу и ответственность за них несу. Скажите, что я хороший. Я же настоящий. Это каких же бегемотов ты приглашаешь на свидание, что ты не можешь потянуть нажранную сумму? Или ты зажлобил деньги за кофе с мороженым? Серьезно, это те деньги, из-за которых надо, блядь, делить счет? Я правильный и правильно живу, и папа мой так же делал. А папу выбрала мамулечка. Я очень сильно хочу, чтобы мамулечка мною гордилась. Девчонки, мне кажется, если парень предложил вам разделить счет, нужно заканчивать вечер и переходить сразу к... чтобы вы пришли на диван и каждый дал сам себе. Ох, все кайфанут. Они же ж девочки, а я мальчик. Нет, я взрослый. Я вам еще всем докажу.